дальше, дорогие друзья. Следующая весовая категория 66 килограммов. Встречаем бойца из Кыргызстана, Аскарбаев Нурманбет. Его соперником является боец из Узбекистана, Аличанов Эльдар. Заман, алдаса да жаман, қасты қылба өз мекеніңе. Юбилейный ВФ-60 Pro Fight 25 проходит в городе Карасо на стадионе Манас. Очень тепло жители Карасу встречают всех бойцов, всех гостей. Наши бойцы готовы. Итак, в синем углу весовая категория 66 килограммов, 170 сантиметров рост. Боец из Кыргызстана Аскарбаев Нурманбет! Его соперник! Весовая категория 66 килограммов, 170 сантиметров рост. Боец из Узбекистана. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Встречаем Аличанов Эльдар! Бойцы на середину! Слушаю мою команду. За шорты, за сетку не держим. Затылок, позвоночник не работаем, пах не работаем. Пожали руку друг другу. Удачи, бойцы. Судья! Судья! Время! Хай! Первый раунд! Поехали! Поддерживаем, друзья! Почти забирает на рычаг Нурманбет. Бойца из Узбекистана. Теперь старается применить болевой прием треугольник. Но очень активно защищается боец из Узбекистана Эльдар. Обратно применяет болевой прием треугольник Нурманбет. Пошли,
но также активно защищается Эльдар. Все-таки сдается. Все-таки сдается боец из Узбекистана. Поддержим бойца из Кыргызстана. Бойцы, занимаем середину. На второй минуте первого раунда болевым приемом одержал победу боец из Кыргызстана Аскарбаев Нурмамбет. Давайте, главное уважение.